Всем привет, меня зовут Айс, и мы продолжаем прохождение One Piece Odyssey. Погнали! Вы готовы? Предупреждение. В следующей главе последовательно появляются сильные враги, и вы не сможете сохранить игру, пока не завершите все бои. Рекомендован уровень 34. Прежде чем продолжить, подготовьтесь получше. В принципе, мы готовы. Отправляемся. Ага, валяй. Ладно, тогда вперед. Наруходо. Давным-давно в Ахаре я читала что-то о призрачном небесном острове, который существовал сотни лет назад. Вполне возможно, что этот загадочно исчезнувший остров просто упал когда-то в бескрайнее синее море и стал Вафардом. Но все же мы пока не можем быть уверены, что он упал в бескрайнее синее море. Нужно узнать побольше. Куб был поглощен, и сила вернулась к пиратам соломенной шляпы. Это что за куб такой? Только для Фрэнки. した仲間と共に巨像を撃破した麦わらの一味取り戻したキューブに浮かぶ記憶は彼らにとって辛い記憶だった絶体絶命の中ルフィが下した苦渋の決断それは自称頂上戦争戦乱のマリンフォード 今回はお前らがいる。俺に力を貸してくれ! サニンゴを手に入れたルフィたちは 航海者たちが集う新世界への玄関口シャボンジン諸島に到達この島で天竜人を殴り飛ばすという大罪を犯してしまったルフィは島にやってきた海軍大将キザルに追い詰められて必死に応戦をするルフィたちだったり突然現れた七部海バーソロミュークマの手によってそれぞれ見知らぬ土地へと飛ばされ 麦わらの一味は完全崩壊を喫してしまったルフィが飛ばされたのは妙島アマゾンリリーこの島で女帝ハンコックの信頼を得たルフィは兄エースが航海処刑されるという情報を知りエースを救おうとインペルダウンの最深部に乗り込んだルフィしかし時すでに遅くエースは 航海処刑のために海軍本部へ移送されていた。ルフィは海峡の巡礼やかつての宿敵
クロコダイルたちと共に難攻不落のインペルダウンを脱出し、海軍本部のある地マリンフォードへと向かった。一方その頃、マリンフォードにはエースを救い出すため湾内を埋め尽くすほどの海賊船団が押し寄せていた。これらを率いるのは四皇の白姫、世界最強の大海賊である。迎え撃つ海軍の最高戦力の大将、赤犬、キザル、青キジが集結。さらにはもう一つの大勢力、大岡七部会も顔を揃え、白ひげ海賊団と相まみえるのだった。その規模と世界を震撼させた結末から、後に頂上戦争と呼ばれることになる歴史的な大戦、エースの処刑をめぐり、その大乱戦の火蓋が今切られた。マリンフォード、強大な戦力がぶつかり合うマリンフォード。白ひげが巨大な津波を起こせば、青キジが瞬時に凍結させる。Маринфорде столкнулись с невероятно мощной силой. Когда Беоус создавал цунами, Аокидзу замораживал его. Неважно, кто выиграет, кто проиграет, в любом случае все изменится. В этом бою все было поставлено на кон. Пытаясь спасти Эйса, Луфи и остальные оказались в самой гуще сражения. Это Луфи, соломенная шляпа. Новичок, за голову которого назначена награда в 100 миллионов Белли. Почему тут пираты соломенной шляпы? Вот тогда. Не беспокойся, может они и штаб-квартиры, но все равно это просто дозорные. У меня нет времени с тобой разбираться, если не уйдешь с дороги, я тебя стукну. Так, предлагаю стукнуть за нами. Выглядит хорошо. り捨てに来るとは呆れるね。借りっぱなしは気分が悪いからな。返せるときに返しとかね。若いね。先に行けルフィ、こいつは俺たちで止める。ああ、兄貴を助けろ。わしも舐められたもんだよ。もうここまでだ、麦わら。お前、ケムリ、お前と戦ってる場合じゃねえ。俺たちはエースのところに行くんだ。
フィ、先に行って。行け、ルフィ。ここは俺たちが何とかする。行って、ルフィ。エースを必ず助けて。すまねえ、頼んだ。Эпичный момент. Но вот это разделение, конечно. Стоит, где стоишь, соломенная шляпа. Уж прости, но тебе придется сразиться с нами. Ты не будешь мешаться у Луфи под ногами. Так, давай посмотрим. Возможно, стоит их вынести по одному. Написано слабость, а у него сопротивление. Вроде они не сильные. Я ожидал посильнее будет. Это им компенсация, бонусный опыт. Тем временем... вы стали гораздо сильнее, чем были на архипелаге Сабауди. Что произошло за последние несколько дней? Если простые члены команды так сильны, что же говорить о капитане? Я знаю, что вы хотите дать своему капитану уйти, но вам же со мной не сравнится. Мне плевать, что это. Луч света или еще какая фигня, я все равно могу ее разрубить. Я покажу тебе, что мой луч сильнее. Так, он с пистолетами. Хм.
Он с пистолетами. Поменяем. Так, что мы можем использовать? Давай, наверное, просто ТП закинем ему. Слабак. Так, неэффективная атака после удара мечом. Так, что тут есть дальнее? Дальнее 3800. 3400. Так, отталкивание не нужно. Давай, ладно, вот этих уберем. Именно на него. Ну ладно. Я думал, этот баф для команды. Передать колу. Не дали времени добить? Барсалина, соломенная шляпа вот-вот прибудет в порт. Этого не хватало. Ну отлично, я предоставляю это тебе. А ну стоять! Проклятые пиратишки, не думаешь, что можете бесчинствовать в генштабе дозора? Вам здесь не пройти, пираты соломенной шляпы. Ты стоишь на дороге, здоровяк. Я тебя сейчас накромсаю. Я лучше всех меряю силами, предоставьте это мне.
Так, он у нас мощный. Меняемся. Давай, наверное, вот так. Его нормально. Ой, омае. Урощивазо. Давай, Зора, ломаем его. Надо было поменять их.
Джинбэй, таскатта. Рок, Джинбэй, спасибо. Маттаку. Черт, мне в голову не могло прийти, что ты способен помогать другим, крокодайл. Ха-ха-ха, не выдумывай. У меня свои причины сражаться с тобой. Мне казалось, ты умнее, но, увы, иногда и мне случается переоценивать противника. Да, мы просто должны делать то, что должны. Начнем с предметов. お主の力この足に見せてやりなり。紫め。君、厄介そうだね。金よ。ほう。いいデザートラスパーナ。ぶっ飛ばしてやる。 Давай вырубим всех. Ой, да ладно. Я что, просто смотреть на их атаки? Прикольно, остался один. やっと天の村雲。期間。さささささび。びっくりしたね。おいおい、マジか。期間。 Спасибо, дружище. За сколько оно длится? Лунья, но урена, токец, да то. Почему люди, которые беспокоятся о своих друзьях, обязательно должны причинять друг другу боль? Зачем все это? Кровопролитие? Джинбэй, крокодайлの 加勢を受け, 立ち下がる難敵を撃破したルフィ. ハンコックから手錠の鍵を受け取り, ついにエースのいる処刑台にたどり着いた. ルフィ、俺の言うこともろくに聞かねえで、むしゃばっかりしようって。
俺も弟も世話になっちゃったな。クソ、邪魔に逃がすな。危険のエースは火のロギアだぞ、気をつけろ。弟なんだよ、手出し無用で頼む。А Кайну? Какие надоедливые дружки у этого парня. Офи, сваливай отсюда. И ребят своих захвати. Нет, я буду сражаться вместе с тобой, Эйс. Я не позволю ему убить тебя. Упрямишься, как всегда? Тогда давай наваляем тут всем хорошенько. А! Так, нужно сделать одну штуку. Восстановить здоровье и ТП. Ладно, давай здоровье хотя бы. Думаю, нами сейчас всех добьет. Да, слабость ушла. Теперь я им покажу, к чему приводят тренировки. Я не понимаю, что ты говоришь, но тебе точно конец. Давай сделаем небольшую рокировку. Нужно атаки больше. И нужна нам ловушка на снижение. Защита. Давай вот так. Ichibugin!
Почему сопротивление? Подходить к нему точно не нужно. Ну не совсем пошаговая. Добиваем Уфи. Легко. Вы это сделали. Мы достигли своей цели здесь, в этой мемории. Теперь все будет в порядке, и ваша сила вернется.
兄弟は絶対に逃がさん。エス。そのガキどもが。ルフィ、エースは殺させねえ。どうしてキューブの様子がおかしい。またあの光をまとってる。Опять этот свет. Мото.Опять этот свет? Не трать время на размышления, сосредоточься на том, чтобы пробить себе дорогу. Он стал сильнее, чем раньше. Определенно похоже на то. Это влияние Куба? Похоже, у нас нет времени думать об этом. Очень больно. つけとけ治る。危機急投入。あっしだ。一無銀。俺が。いやサード。
Что за дела? Дайте добить. みんな、無事でよかった。そうだな。リム、ありがとう。助かった。別に大したことはしてないわ。まあでも、無事でよかったわね、ルフィ。みんな、帰ろう。しかし、マジでヤバかったな。Честно говоря, мне уже казалось, что нам конец. И если бы моя Робин не действовала так быстро, нас бы уже не было. Было рискованно, но все получилось. Спасибо, Робин. Эй, давай назад, мы почти победили. Куб был поглощен, и сила вернулась к пиратам соломенной шляпы.
Гроза дверей. Создание предметов, приготовление, объединение. Будет 4 уровня.無事に帰還した麦わらの一味、満身創痍の彼らだったが、もう迷いはなかった。そして最強の巨像が再び彼らの前に現れる。辞書集結麦わらの一味。ルフィは私のことを友達って言ってくれたのだから。ちゃんと力は戻ってるみたいだな。ええ、なんとか乗り越えられたわね。よし、宴だ。ルフィの周りにはいつも仲間がいるのね。私には仲間なんていないから羨ましく感じるわ。なんだ、アディオは違うのか。アディオはお前の仲間だろ。仲間？アディオが？わからないけど、もしそうなら嬉しい。リム、少し顔色が悪いみたいね。大丈夫？ええ。ごめんなさい。私は疲れたから休むわ。いよいよだぜ、リム。残るは炎の巨像のみだ。奴は一つの場所にとどまらず、侵入者の行動に応じて動き回る。俺たちは今どうすることもできないが、奴とは間もなく相まみえるだろう。俺のコテコテの準備も整っている。ハハハ、バフルドの嵐を解き払うのも時間の問題だ。アディオ、その炎の巨像だけど、戦わずに倒せないかしら。なぜだ？あの巨像たちは学習能力を持っているの。ルフィたちと一度戦った以上、より強くなっているはずだわ。ルフィたちが心配か？ルフィは私のことを友達って言ってくれたの。だから。安心しろ、リム。俺もルフィたちは大事だ。あんなに気持ちのいい奴らはそうはいないからな。本当？ああ、巨像との戦いで傷つけるつもりもない。勝てないと思えば逃げるだけさ。ええ、友達か。Я просто умираю с голоду. Санджи, сваргань какой-нибудь завтрак. Ой, а Санджи-то здесь нет.
Сонджинора, Франки, ты еще не Адио, но куда не Он же отправился в хижину Адио вместо с Фрэнки. Я схожу за ним. Хижина Адио, так? В чем дело, Фрэнки? Я нашел вот это, когда искал ингредиенты для приготовления колы. Какой странный гриб. И выглядит как-то не очень аппетитно. Ахаха. Они не ядовиты, но на вкус не очень. Куда запропастился Санджи? Я думал попросить его что-нибудь приготовить. Не знаю, как только он увидел эти грибы, сразу сорвался с места и куда-то убежал. Просил только, где они растут. Наверное, отправился в пещеру на берегу озера. Ничего толком не понял. Ну да ладно, что ж, пошли туда. Санджи покинул отряд. Я здесь уже какое-то время, но Санджи не видел. Вы забыли, как попасть в пещере на берегу озера? Идите прямо по этой тропе. Ладно, давай посмотрим. Где там пещера? Так, ну враги здесь точно поменялись. Так, давай посмотрим кубы.
ловушку тигра. Потом мы еще вспомним. Давай разрубание. Вот этот навык мы не используем. Так, уфи. Вот этот удар. То Робин не везет. Ну, технически можно переставлять их, наверное. Не обязательно держать их постоянно. Пойдет. Ита! Санджи-кун, йо! Китано-ка? О, это вы? А я как раз собирался обратно, собрал уже достаточно этих грибов. Мы можем помочь тебе собрать продукты для готовки? Они несъедобные. Это грибы. Бульк-бульк. Грибы бульк-бульк? На вкус они так себе, но если растворить их в воде, получается газировка. Ясно, ты хочешь приготовить из них колу. Не знаю, правда, сработает ли так. Ну так, давайте поищем еще эти бульк-бульк. Так, давай и для Санджи. Посмотрим кубы. Готовка. И удар всех.
なんか作ってどうすんだ。みんなで飲むのか。なんでよ。海の底に沈んでるブルックの体を回収しに行くためでしょうが。おう、コーラがねえとシャークサブマージ3号も動かせねえからな。必要なのはあと3つだ。入り口付近にはもうねえから奥へ進むぞ。Так, погнали, осмотримся. Я нашел грибы, бульк-бульк. Получен гриб. Еще два и все. А как насчет запаха, Чоппер? Может найти другие места, где растут эти грибы? По крайней мере, поблизости их нет. О, тогда, думаю, надо идти дальше. Так, тут был сундук. Неしてあげる。
私たちを狙うなんて運の悪い子ね。ちょっと痛い。引かねえなら切るまでだ。刀の髪を切る。女だと思って舐めてると痛い目見るわよ。見せてやりましょう、あたしたちの力。しょうがない、やりますか。あんたたちなんかお呼びじゃないのよ。トレインタフルール。Тут, похоже, мы были. Блин, вижу сундучок, но не вижу, как к нему добраться. Визуально там прохода нету. Кубик. Жди меня, кубик, я иду.
お前ら遅れるんじゃねえぞ。やっと俺の出番か。見せてやりましょう、あたしたちの力。しょうがない、やりますか。ゴムゴムのガトリンガー。よっしゃ。今の力を試すにはうってつけだな。あいつは、私も分かった。準備 OK だ。特別に見せてあげる、私たちの絆。思って舐めてると痛い目見るわよ。早く。了解よ、ルフィ。みんな用意はいいかしら。相手は私よ。トレインタフルール。刃こぼれすら己の恥だ。ほら、
みんな、いけるよな。やっと俺の出番か。みんな。やっと俺の出番か。パーティーテーブル、キックコーン。Это за бонус такой, 1000 опыта. Разрушили все мои ожидания. Нашел гриб. Получим гриб. Всего один остался. Ладно, давайте скоренько найдем последний. Давай, Фрэнки. Только тут узко. Так что осторожнее. Ты меня почти вытолкнул. Прости нами. Нет, нет, я просто хотел взять вещички. Враги здесь слабоватые. Эй, а это не он? Заткнись, маховая голова. Не мог ты найти? Я нашел его, ребята. Последний гриб, бульк-бульк. Это как вообще? Не смей присваивать мои достижения, бравастик. Вот дураки. Так что теперь делать, Санджи? Теперь мы можем сделать колу, осталось только налить ее в бочку. Я видел бочку в хижине у Адио. Давай ее возьмем. Ладно, тогда пошли в хижину. Получен гриб. ちゃんと休む。
し、着いたぞ。あとはアディオに行って樽を借りるだけだ。Лим, если ты устала, тебе надо отдохнуть. Да? Эй, а где Адио? Он там, наверху. О, спасибо. Адио, гони бочку. Ара, нанька ару, не? Адио, дай мне бочку. Странная просьба, но конечно дам. А зачем тебе бочка? Я собираюсь приготовить колу из этих грибов бульк-бульк. Понятно. Трудом верится в существование корабля, который работает на коле. Ладно, берите сколько хотите. Надеюсь, вы найдете тело своего друга. Спасибо. Я ценю это. Сейчас же возвращаемся к кораблю. Ну вот, все готово. Теперь надо подождать до утра, и у нас будет кола. Прости, что пришлось только ждать, Брук. Теперь мы можем поискать твое тело. Я так рад, соскучился без него. Чтобы получить колу, придется дождаться рассвета. У нас есть время. Но тогда мы должны быть готовы к рассвету. О, я буду ждать. Так что скажите, когда созреете. Давай отдохнем. Пока нет. Да, Буффи готов. Тогда давай разобьем лагерь и дождемся рассвета. Ах, если бы Санджи.皆さんご迷惑をおかけします。今の私にできるのは感謝の気持ちを歌にすることしかありません。よほほほほ。それでは早速。今はいい。もしかして海岸に流れ着いてんじゃないか。海底の岩場で削れてなければいいのだ。怖えこと言うなよ。 お前ら警戒はしとけよ。なんだよゾロ、ひょっとして海岸に何かいるのか。さあ
だがこの島だ。何が起こるかわからない。待ってさ、この辺りだと思いますが。これはなんだ。サニーの周りが氷だらけじゃねえか。よほほほほ、皆さん見てください。あそこにあるのは私の体です。これで一気に復活できます。で、私結局骸骨のままなんですけど。よかったわね、ブルック。でもこの氷どこから来たのかしら。砂塵の遺構で風の巨像を倒した後、いくつかの竜巻が発生し消えるの。雷鳴の遺構で雷の巨像を倒した時はしばらく落雷が止まらなかった。俺が思うに、巨像を倒すことで遺構に溜め込まれていた力が解放されてしまうんだ。この氷も同じだ。氷塊の遺構で巨像を倒した影響だろうな。危険かもしれねえから触るんじゃないぜ。な、話を聞きやがれ。え、何、あ、私の体、え、なん、私の氷漬けの体飲み込まれてしまいました。気をつけろ、来るぞ。みんな、いけるよな。Прямое чудо. Я тоже на диванке. Я тоже на диванке.Я уж думал, он будет помощнее. А вот и настоящий босс. Этот паршивец возник из ниоткуда. Что будем делать, Луфи? Еще не вся наша сила вернулась. Давай покончим с этой огненной штукой и поищем Брука. Начнем с миража.
ぞ。В принципе, бой не должен быть долгим. Дайте добить его. Вот чё. Огневая мощь другого уровня. Да, и нам здорово достается. Эхо-хо, я тоже буду сражаться. Ты снова нормальный, Брук. Да, простите, что заставил вас ждать. Я Брук, мое тело вернулось ко мне. Я снова я. Отлично. Теперь все в сборе. Это здорово, Брук. Эхо-хо, наконец-то я могу всем помочь. Мне было так одиноко наблюдать за вашими приключениями. Так, а что за сброд у меня? させていただきます。いつでもいいぞ。Так, по идее, он будет еще раз ходить. Неплохо. Он как раз кстати.
Ладно, давай. Правда, он слабоватый, без вещей, похоже. Ханаута Санчо. Ямазукири. Его стоило оставить. Ой-ой, для лечения. Добиваем. Нитурию. Йой. Зачему? Коре. Ксодиджи ноки. あ、これで最後だな。早速リムのところに行こう。そいつはお前たちに任せるぜ。俺はちょっと用事があってな。そうか、分かった。行くぞ、お前ら。実際よくやってくれたぜ。礼代わりになるかどうか、お前たちの目標は俺が自らの手で立ててやろう。ポロポロガチャ。そろそろかけてくる頃合いだと思っていたぜ、スモーカー。その伝電虫、お前がくすねてやがったか。ははは、いろいろ便利なんだな。で、何の用だ。ワフルドからの危険信号を本部が受信した。あれ、お前の仕業だな。行動が早い船はワフルドへ向けてもう動き始めているぞ。構わねえさ、できるだけ多くの軍艦を集めたいからな。一度にたくさん呼べる方が手間が少なくていい。お前まさか神の息吹を。ああ、結界は解けた。神の息吹を手に入れるのも時間の問題だ。バカ野郎、そいつが軍に知れたらバスターコールの標的になるぞ。てめえ、本当に犯罪者になり下がるつもりか。ハハハ、今更かよ。世界政府の作った法に照らせば、俺はすでに凶悪なテロリストのはずだぜ。数百年もの間、言われのない罪を背負い、迫害にも苦しめられた一度。お前が世界政府に恨みを抱くのも理解できないわけじゃねえ。だが、神の息吹を持ってなせるのは破壊しかねえ。そんなことをしても、お前たち一族の汚名は注げねえだろうが。お前たちか。アディオ、お前と話しても埒が明かねえ。いつも一緒にいたポロドッカとかいう相棒はどうした。あいつはお前ほど石頭じゃなかったはずだ。さあな。おい、どういうことだ。アディオ、ポロドッカはいねえのか。いいか、スモーカー、しばらくワフルドには近づくな。お前のために言ってんだぞ。神の息吹の封印が解けた。
Печать божественного дыхания сломана. Видимо, крышка сорвалась. Пришлите как можно больше линкоров, нужно уничтожить реликвию, пока о ней не узнал весь мир. Когда Луфи и остальные вернут себе силу, это приключение закончится. Тогда мне придется рассказать им правду и извиниться. Я знаю, что это все ради Адио, но я же заставила Луфи и его друзей заново пережить такие болезненные воспоминания. Луфи назвал меня своим другом. Я больше не могу им врать. Понятно. Ты боишься потерять друзей? Да, но даже если они меня возненавидят, я все равно должна рассказать им правду. И хотя я очень не хочу, чтобы они меня возненавидели, я не могу больше врать ни секунды.